Чего тебе? А у меня знакомая щенков раздает. И? Породистых. Может, возьмем одного? Сразу нет. Они такие милые. Мне животные в доме не нужны. Мне вас троих и папы хватает. Но она ж миленькая, безобидная, меньше кота. Свет дали, вы это увидели! Ура, 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 ура. Понятно. Мам, гулять после 10 не отпущу. Я не по этому поводу. Ой, господи, еще одна. А там в Инстаграме котят раздают. Ответ тот же, нет. Ну они такие мимимишные, породистые, британцы. Да хоть французы. Нет, я в доме животных не хочу. Ты меня не любишь. Начинается. Все, что не попрошу, нельзя. Кота нельзя, есть по ночам нельзя, гулять после 10 нельзя, одноразку курить нельзя, играть в карты на деньги нельзя. Что делать? Ты тиран! Все, я в детдом уезжаю! Завтра уезжаю, сегодня поздно уже. Но я все решила! Да. Что смотрите? Лайки кто ставить будет? А то возьму и вообще перестану снимать. Свинья! Что ты сказала? Морская свинья! Хочу на день рождения! Машенька! Ну я же говорила, я не хочу домашних животных. Рыба. Что рыбка? Рыбу хочу. Рыбку золотую. Рыбка тоже нет. Коза. Ну какая еще коза? Где мы ее держать будем? Ах, это она меня так назвала? Ну что? Мне тоже отказала. Это была наша последняя надежда. У меня есть идея. Значит... Завтра мы... Девочки, я дома. О, привет, мам. А у нас для тебя сюрприз. Так, что вы натворили? Вот. Знакомься, это Асти. Здрасте. Правда она милая? Значит так. Не спеши орать. Дай нам сказать сначала. Ладно. Давай она поживет у нас неделю. Если хотя бы раз нашкодничает. Мы ее отвезем. Обратно в приют. Клянемся. Неделю собака не нашкодничает в квартире? Ага. Не смешите меня. Ну а если не нашкодничает? То мы ее оставляем жить с нами. Договорились? Первый раз вижу, что вы были такие дружные. Хорошо. У вас неделя. Но не дай бог. Девочки! Что? Я вообще-то Майнкрафтом занята. Говори быстрее, женщина. Что тут у вас? Я вас поздравляю. Второй день. И уже лужа на полу от вашей Асти. Может, просто вода разлилась? Или соседи нас топят. Асти не могла. Я на дуру похожа? Это я. Что ты? Это я лужу сделала. В смысле? Тань, ты чего? Так вышло. Я ТикТок снимала, а там просто такой тренд. Совсем ебалась уже? Прости, я все уберу. Конечно, уберешь. Сумасшедший дом какой-то. Совсем уже чокнули со своими ТикТоками и попытами. Тань, что, реально ты? Да нет, конечно. Асти нассала. Убирайте быстрее. Не думала, что это скажу когда-нибудь. Но ты крутая, Танька. Все ради Астюшки. Девочки! Что случилось? Звала? Че опять уже? Полюбуйтесь, что ваша сраная собачка сделала. А че сразу она? Да. Где доказательства? По-вашему, я себе туфлю погрызла, да? Или может папа? Это я сделала. Погрызла? Ларит, не смеши. Ничего смешного. У меня лунатизм.
Какой еще лунатизм? Это когда типа газы? То метеоризм. Такой. Ночью встаю и делаю, что попало. Я у врача была, мне таблетки дали, успокоительные. Ну, я думала, что уже прошло, оно опять. А нам ты чего не говорила? Да вы бы прикалывались надо мной. Я что, не знаю? Я бы точно. Да и я. Куплю еще те таблетки. Да уж. Дурдом какой-то. Все, идите. А то я из-за вас на работу опоздаю. Круто придумала. Сама не ожидала. Ничего. Еще пару дней и победа наша. Добрый день. Ваш заказ. Ой, я совсем забыла. Я сейчас деньги принесу. Поняла, жду. Так. Вот, держите. Ага. Вот, всего доброго. До свидания. Народ, а где Асти? В зале была. Тут нет. В других комнатах посмотрите. Я везде была. Может, батя опять в туалете ее закрыл? Нет, нигде. Что у вас тут? Ты Асти не видела? Нет. Ваша собака, вы следите за ней. Пропала Асти. Как это? Да ну, как пропала? Куда она могла деться из закрытой квартиры? Мама, что ты сделала с Асти? Да сдалась мне 300 лет ваша Асти. Понятно. Поняла, что еще день и придется ее оставить, поэтому решила вышвырнуть ее на улицу. Лолита, что ты такое говоришь? А я вам говорила, не разрешит она. Как ты могла? Мы тебе верили. Да, девочки, вы чего? Не ожидала я от тебя такой подлости, мама. Ну, сказала бы просто, нельзя. Животное тебе в чем виновата? Я иду искать. Я с тобой. Все, пойдем. Кто-то должен это сказать. Давай ты, как старшая. Думаю, не найдем мы Асти. Нет. Вот так. В один день родную потеряли. И мать предала. Я вообще-то про маму и говорила. А, ой. Тук-тук. Можно к вам? Нет. А я не одна. Папе можно. Тебе нет. А вот с кем? Асти. Родненькая. Ты что, прятала ее где-то от нас, да? В подвале держала? В заложниках? Тань, ну ты совсем ку-ку. С работы шла, а она возле мусорки ест что-то. И ты ее принесла нам? Ну, конечно. Это ж наша собака. Наша? Кто ты? И что ты сделала с нашей мамой? Пусть живет. Она мне тоже нравится. Ты не пожалеешь. Спасибо, мамуль. Да хорошо, хорошо. Только это, больше не говорите, что ты в туалет на пол сходила, а у тебя лунатизм. Стремно это, девочки, очень стремно.